В этом году в городе Семилиственск 16 учреждений юбиляров, в их числе и городская полиция. В канун Нового года стражи правопорядка отметили 40-ю годовщину со дня образования городского отдела внутренних дел. В качестве подарка к юбилею полицейские получили праздничный концерт, который для них организовали ученики и педагоги детской школы искусств. Юбиляров поздравила Светлана Кель. 40 лет – говорящая дата, как для всего коллектива лабытнанской полиции, так и в целом для правоохранительной системы. С этих слов начал свое обращение к своим коллегам полковник внутренней службы окружного управления МВД Валерий Яниев. За годы своего существования городская милиция, а впоследствии полиция, проделала огромную работу по обеспечению общественного порядка, безопасности на подконтрольной ей территории. Не принято оценивать самим себя, да, это является признаком дурного тона. Поэтому мы всегда оперируем цифрами, которые являются результатом опроса общественного мнения деятельности полиции. Так вот, наверное, для кого не секрет, что ямальская полиция в целом и лабытнанская полиция в частности имеет доверие, кредит доверия от населения один из самых высоких в стране. Мы занимаем 5-е место в рейтинге в стране по доверию населения полиции. Это, я думаю, самый главный и критерий, и ответ на ваш вопрос. Это все, в этом все. В этом как раз вся жизнь 40 лет. Сегодня, ровно как и 40 лет назад, лабытнанской полиции служат верные своему делу сотрудники. За высоким уровнем людского доверия, неплохими показателями раскрываемости преступлений стоит напряженная, целенаправленная работа всего коллектива ОМВД. Лучшие из лучших в торжественной обстановке были отмечены нагрудными знаками и благодарственными письмами от руководства МВД. На сегодняшний день раскрываемость, общая раскрываемость преступлений в лабытнанской ГУВД, она одна из лучших в округе среди городских отделов. Есть к чему стремиться, есть свои определенные нюансы, есть свои, конечно, определенные недостатки, над которыми нам требуется работать в текущем году, и то, что мы себе видим на будущий год. Поэтому я считаю, что следующий год у нас есть к чему стремиться, чтобы повысить еще больше свои показатели в оперативно-служебной деятельности. В этот вечер в зале детской школы искусств можно было увидеть не только действующих сотрудников полиции, но и ветеранов, людей, чьи судьбы, героические поступки, живая история лабытнанского ОМВД. Четверть века своей жизни Виктор Петрович Лободенюк посвятил службе в госавтоинспекции города. За это время он прошел путь от рядового инспектора до руководителя ГАИ. Отголоски таких боевых будней прошли, уже телефонные звонки, успокоилась нервная система. А в целом, конечно, за ребятами, иной раз вспоминаешь это самое будни рабочие, и хочется встретиться, поговорить, обнять друг друга. Вот, поэтому очень был рад, что руководство ОВД, при котором я еще работал, вспомнили, слава богу, пригласили, и я с большим удовольствием прилетел. Сегодня, как и несколько десятилетий назад, ветераны МВД вновь в строю. Вместе с молодым поколением сотрудников лабытнанской полиции одной большой семьей они отметили юбилей учреждения, которому в этом году исполнилось ровно 40 лет. Светлана Кель, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».